Свое обращение ко Вселенскому патриарху Варфоломею направил оппозиционный блок. В заявлении, которое подписала политическая сила, говорится, что создание единой поместной церкви – это попытка решить определенные политические задачи накануне президентских выборов, вмешаться в дела церкви и узурпировать право православной общины на решение своей судьбы. Все это, по мнению оппозиционеров, подталкивание к новой напряженности в обществе.